Правда. Здравствуйте, меня зовут Ольга. В недавнем прошлом я гражданка Белоруссии. В Никин пришла по счастливой случайности. Ну, теперь-то я уже понимаю, что случайных встреч не бывает. Пришла на продукцию, работала успешно в Подмосковье на пластиковом производстве, была начальником цеха, хотя по профессии я культработник. Так случилось, что я приобрела продукцию, и дабы от меня отстали, работала, не покладая руки ног, в две смены, потому что ответственность была большая. Вот, и когда, смотри, как заработал, о, вышло. И когда я поняла, что продукция неким образом работает на меня, я задумалась. Что же это такое? Хотя мне моя спонсор звонила, приезжай на презентации, интересно все о продукции, все. Меня это не волновало, не интересовало. Вот, и я потом все-таки ощутив на себе, подумала, что может быть правда разобраться хоть как-то чуть-чуть в этом деле. И случилось так, что моя сестра в Белоруссии позвонила и говорит: Оля, почему-то случилось с мамой такое, что она просто уже обездвижена и лежит уже 2 недели в больнице в безнадежном состоянии. Так что, если ты хочешь увидеть маму, то приезжай. Естественно, я без билета поехала на вокзал, проплатила деньги, естественно, меня определили в купе проводника. Вот, и я приехала в 5 часов утра на вокзал и тут же на такси в больницу. Хотя я позвонила вечером сестре, говорю, я приеду и сразу в больницу, она меня, да, ну что ты, не едь, не трать время, туда не пускают, и все, и все. Я говорю, как я приеду из Москвы к маме, к умирающему человеку, и меня не пропустят, да такого быть не может. Я действительно попала к маме, она была помещена уже в углу на коридоре, как безнадежно больна. Вот, она не разговаривала, она уже мало кого узнавала. И когда я приехала, конечно, плакать мне было как бы непозволительно, вот, перед ней. Я сняла ожерелье с шеи, я сняла пояс с флексом с талии, на маму просто приложила сверху, я сняла напульсник и браслет с запястья, стельки купила с носочками белыми, одела ей на ноги и стала делать мобоем массаж по сердцу изначально. Вот, потом и воду, мы всегда носим воду с собой, потому что мы уже привыкли пить хорошую воду. Вот, и поэтому у каждого консультанта уже как бы это заведено, мы имеем с собой бутылку воды. На тот случай я, конечно, сделала в Москве 2-литровую бутылку. Вот, мы покупаем специально бутылки, чтобы вода, наша вода, она пластик разъедает, так как камни выводят из организма, так и пластик любой. Вот, мы покупаем биопластик, поэтому у меня была вода с собой, и я стала поить маму лежачую этой водой, капельно. Она не могла уже ни пить, ни встать. Вот, через полчаса массажа моего мобоя я увидела румянец на лице у мамы, и она захотела встать. Я говорю, мама, это Оля, я приехала из Москвы, она меня стала уже рассматривать и все, все. Ну и в общем в итоге, когда уже время подходило осмотра врачей, то донесли главному врачу отделения, что приехала к Татьяне Владимировне врач, дочь из Москвы, врач. Вот. И значит, Татьяна Владимировна встала в туалет, прошла.
уже шепот пошел по всему отделению. Как так, если женщина 2 недели лежала полностью? Правда, на тот момент у нее выкачали 12 литров жидкости из организма. Вот, у нее, Господи, спаси, сохрани, водянка была такая, вот. Но это, в общем-то, посодействовало и моему, наверное, как бы, такому вот реанимированию, скажем. Вот. И, значит, пришла эта заведующая прямо ко мне, и я ее попросила любезно: выпишите мою маму из отделения, дайте вот выписку из больницы. Она говорит: как, вы берете на себя ответственность? Я говорю: да, я беру на себя ответственность за маму. Я тот же день повезла маму в Омельский областной кардиологический центр на консультацию и УЗИ сердца и брюшной полости. Заплатила там определенную сумму денег, проконсультировалась у главного кардиолога области. Когда маму вывели из этого уже кабинета, я попросила откровенно поговорить с этим врачом. И он сказал: вашей маме нужно другое сердце. Так как она по возрасту не подходит, то ждите мои соболезнования. Когда я пошла к другому врачу, где мы оговаривали брюшную полость, УЗИ, то мне сказали, что: а что вы хотите, почка одна не работает вообще, вот, вторая уже на сжатии конкретном там, и цирроз печени, и камни там, и камни там, ну, мы не можем уже, мы бессильны. Я поблагодарила всех. Ну и, в общем-то, приехала домой и стала маму поить ячменем. Я пробыла там 3 недели, на время оставила Никин, и благо то, что Никин позволяет нам отойти в свои какие-то личные планы, в свои какие-то действия, даже в отдых, как Анна сказала, отдыхали там, а здесь работа идет. У меня на тот момент не было группы, не было команды, но я осталась в статусе том, которому я пребывала до отъезда. Вот. Когда я стала маму поить ячменем, банка ячменя уходила на неделю. И на тот момент только ячмень у нас был и лактоферин. Лактоферин — это, как врачи уже знают, я не врач, лактоферин — это капсулятор раковых клеток. У мамы было 80% онкологии. Вот. Ну, история очень хорошая. Для меня это очень красиво. Вчера я звоню, сон приснился плохой, черника сушеная. Я знаю, что это к слезам. Я позвонила маме. Говорю: мама, как вы? А, кстати, мама, как вы? Звоню раз, второй раз. Думаю, ну все, наверное, сон в руку. Не дай бог. Звоню третий раз через час. Говорю: где вы были, у нас на «вы» всегда родители называют. Она: ой, да я уж бежала-то как, слышу звонок. Я говорю: где вы были? Да упал малыш клубнику, вот Гришка будет огород перепахивать, так что вы клубнику эту. Я: ну, слава Богу. Да вот спина что-то уже